1971 год. Эй, приятель, это место Ахмета по кличке Джилет. Джилета больше нет, приятель. Есть я. Ты кто такой? Познакомимся. Мясник Нежат. Я с Джилетом 11 лет. Посмотри направо. Это мое место. Но если ты говоришь, что Джилета больше нет, тогда вставай. Это мое место. Это мое место. Слышишь меня? Мое. Кто это такой? Кто это? Ну, идем, брат. Если тебе так нужен этот стул, пусть будет твоим. Джилет Ахмед был братом, которого мы любили. Он был джентльменом и знал толк в одежде. Например, я в этом ничего не смыслю. Он много смеялся, а я не смеюсь. Когда парень возле двери говорил: «Брат, мне нужны деньги, чтобы отправить в деревню», он поворачивался спиной. Я не повернусь. Когда кто-то просил о помощи, он высмеивал его, а мне не смешно. Брат, принеси ко мне чаю. Мы любили брата Ахмета, но он делился деньгами как-то странно. Все деньги, которые были у него, кочевали из рук в руки и в итоге снова возвращались к нему. Я так не поступлю. Свои деньги я положу на стол. И каждый возьмет столько, сколько ему нужно. Джилет Ахмед заставлял вас носить оружие. А я свое оружие не прячу. Ахмед был крутой. Он был крутой, но нечестный на руку. Если я повернусь спиной к друзьям... Если я повернусь спиной к друзьям... то сяду вот так. Пусть этот стул будет твоим. Только не мешай мне, и все. Так не пойдет. Такое здесь не пройдет. Ты возомнил себя нашим дядей? Брат, идем, идем, прошу тебя. Идем и скажи пару слов этому выскочке, который не знает свое место. Thank you.
Мы предпочитаем мир вражде. Мы предпочитаем мир. И тот, кто нарушает мир, а также много говорит, может лишиться языка. Мы будем очень скучать по Джилету. Но с ним было трудно. А с тобой? Я думаю, мы уживемся. Целуй. А ты? Ты что здесь потерял? Рамис, отправь его. Возьми кого-нибудь из наших ребят. Я буду отвечать за финансы. Я просмотрел эти журналы и цифры, указанные здесь. Ну, как сказать? Что? Отсутствуют некоторые цифры. У меня нет проблем с математикой. Здесь должно быть не 1,2%, а 1,3% для вас и нас. Все очень просто. Ладно. А 1,5 может быть? То есть для меня? Возможно, 1,5. Возможно. Если скажу так, это будет ложью. Пройдет 2 месяца, и мы начнем винить людей. Мы начнем выяснять, кто взял деньги, и злиться друг на друга. Но цифры никогда не обманывают. 1,3 – это хорошо. Красивая рубашка. Завтра приезжай по этому адресу. Ладно, удачи. Откуда ты взял эти 1,3? Ты даже не открывал журналы. Я предположил, что Джилета уже не будет. Ты расслабился, брат Рамис, но держался за пистолет. Что он дал тебе? Что за адрес?